почитать. Здравствуйте, Аксинья Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Если говоришь, что думаешь, то думаешь, что говоришь. Так начинает свою очередную книгу Елена Первушина. Писатель многогранный. Есть у нее и фантастические романы, и пересказы популярных сериалов, и инструкции о том, как воспитывать детей, как лечить диабет, лесная аптека, путеводители по Петербургу и его окрестностям. А теперь вторая книга про русский язык. Думай, что говоришь, заметки пользователя. Маленькие секреты больших писателей. Мы уверены, что уж на родном-то языке, в отличие от иностранного, начнем говорить, и все получится само собой, речь польется, и ладно, и складно, но, увы, надо постоянно учиться говорить и писать внятно, быть правильно понятым и точно выражать свою мысль. У школьных учителей своя задача, но по-настоящему помочь хорошо говорить и писать могут только настоящие писатели. В книге четыре части. Берегитесь глаголов, берегите глаголы. Найти верную интонацию, выбор слов, немного фокусов и настоящей магии. Учат нас писать и Свифт, и Блок, и Фет, и Линкольн, и Черчилль, и Шевчук, и Тургенев, и Заболоцкий, и Пушкин, и Симонов, и Есенин. А еще словарь литературоведческих терминов, толковые философские словари, словарь-справочник по коневодству и конному спорту, и даже школьный этимологический словарь. Первое, что вызывает странное ощущение, а для кого это написано? Для какой целевой аудитории? Например, чудо-цитата из Елены Первушиной. А если бы вы каким-то чудом оказались в XIX веке, то, посмотрев на уличные вывески, наверняка бы заметили кое-что странное. Надписи вроде бы сделаны на русском языке, но слова пишутся совсем не так, как в наши дни. Или еще одно убийственное откровение. Еще к мужскому роду принадлежат некоторые слова с окончанием «а я», «папа», «дядя». Они пришли в русский язык из детского лепета. Ну, добавим тогда и «судья», и «старшина», и «воевода» тоже из детского источника. Цитирует Первушина поэтические тексты почти всегда целиком. А то и по нескольку раз. Например, блоковская девушка пела в церковном хоре сначала без глаголов, а потом полноценно. Множество словарных статей, определений, например, о сравнении, метафоре, пафосе, действительном залоге, сказуемом, этике, архаизмах и тому подобное. Иногда это даже увлекает. Но опять возникает вопрос, для чего и для кого это написано? И даже трогательное замечание «следите за дыханием, когда пишете» тут же рождает воспоминания Куджавского. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, так и пишет. А в целом есть любопытные наблюдения и приемы. Никогда не будет лишним прочитать Елену Первушину «Думай, что говоришь. 12+». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».